делаешь? Пойдем со мной, пожалуйста. Фара, как долго меня нет? Идешь? О чем ты говоришь? Ничего. Будь осторожна. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Чего? Ты же знаешь, не все является ловушкой. Это было просто. Слишком просто. Ты знаешь, что не является ловушкой?
он остановился. Давай, поторопись. Песочные часы где-то неподалеку. Я чувствую это. Чувствуют как? Я не могу объяснить это. Здесь никого нет. Теперь взберись наверх песочных часов. У тебя получилось! Возьми кинжал и ударим в центр купола. Армия моего отца разграбила твой дворец, сделала тебя рабыней. Что? У тебя есть все причины ненавидеть меня. О чем ты говоришь? А теперь ты хочешь, чтобы я поверил тебе? Не останавливайся, у нас нет времени. Кидай мне этот кинжал. Кинжал! Он не должен взять кинжал! Я стоял лицом к лицу с моим врагом. Я смотрел в его глаза. И я потерял... все. Рок. Как ты мог? Кинжал был в твоих руках. Почему ты колебался? Ты считаешь себя умнее всех, но ты ничуть не лучше других. Эти солдаты... все, что они могут, это сражаться, уничтожать. Почему я доверилась тебе? Почему ты не поверил мне? Извини. Где ты? Я здесь. Возьми мою руку. Не уходи. Я не хотела говорить этого. Нет, ты права. Все это произошло по моей вине. Я жаждал чести и славы. Это я навлек эту беду на нас. Ты мужественный и добрый. Если уж такова наша судьба, по крайней мере, кинжал будет похоронен вместе с нами. И мы навеки будем вместе. Что это? Ничего. Ты дрожишь? Я просто не люблю замкнутое пространство. Должен же быть какой-нибудь выход отсюда. Когда я была маленькой, моя мама сказала мне секретное слово. Она сказала, что когда мне будет страшно, мне нужно просто произнести это слово, и откроется волшебная дверь. Я никому не говорила об этом. Я понимаю, почему. Это самая несерьезная вещь, что я слышал. Что это было за слово? Какалукия. Какалукия? Это ты сделал это? Нет? Фара? Фара? Thank you.
Где ты? Ох, разве это не прекрасно? Что прекрасно? Где ты? Если бы мы только могли остаться здесь. Что за? Где ты? Я здесь. Фара? Если бы мы только могли остаться здесь. Фара? Может, нам искупаться? О чем ты говоришь? Где ты? Я здесь. Где ты? Обними меня. Я не вижу тебя. Что за... Хорошо, это уже становится смешным. Фара? Просто обними меня. С кем ты говоришь? Почему ты ведешь себя так отчужденно? Фара! Как прекрасно! Иди сюда! Как Луки. Это было реальностью? Или сном? Если это был сон, то этот сон снился нам обоим. Я знаю, что это было так. О, нет! Thank you.
и я начну свою историю отсюда в следующий раз.